Говорит и показывает Москва. Парад Победы! По традиции, первыми по Красной площади проходят воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Юные музыканты задают темп и ритм движения парадных расчетов. Мимо трибун проходят знаменные группы с государственным флагом Российской Федерации, знаменем Победы и знаменем Вооруженных сил России. Завершают пешую часть парада курсанты Московского высшего общевойскового командного училища. Открывает прохождение техники лучший средний танк Великой Отечественной войны и самый массовый танк Красной армии Т-34 под боевым знаменем 1-й гвардейской краснознаменной танковой армии. По Красной площади проходит колонна универсальных бронированных автомобилей многофункционального назначения «Тигр-М» СПН и многоцелевых бронеавтомобилей ВПК «Урал» с дополнительной защитой. На марше колонна зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» 584-го гвардейского краснознаменного зенитного ракетного полка Воздушно-космических сил России –